Всем привет! С вами Лилия Донскова. Сегодня мы записываем обзор наших покупок из каталога номер 16. И целая коробка у нас посвящена продукции Wellness. Можете сами убедиться. И посмотрим, что мы выписали. Два коктейля. Клубничный, ванильный. На любой вкус. Мой любимый ванильный. Две коробки женских. Дочки, маме и папе Мише. Мужской Wellness. Две баночки омега-3, это для наших друзей, для деток. И здесь еще целая упаковка каталогов новогодних. Кстати, новогодний каталог настолько красивый, что его даже невозможно будет, я не знаю, куда-то выкинуть. Я оставлю себе все на память, когда они отработают. Ну и тут масса журнальчиков. А в этой коробке у нас заказ. Заказ для нас и для друзей. Румяна в шариках по омега крутой скидке. Так, сниму, чтобы не загораживал. Несколько баночек медовых кремов. Посмотрите, какой шикарный дизайн новогодний. Черная банка, золотое писание, орнамент. Боже, как это смачно, красиво. Так, 4 баночки нахожу. 5. 5 красивейших баночек медовых. Два роскошных набора. Это новинка по уходу за телом серии Essenza. Уже оценила аромат. Не сдержалась. Вот моя баночка уже открытая. Такая сиреневый крем, лосьон для тела. Как раз надо ручки сейчас помазать кремом. Пахнет обалденно. Но самое главное, что мне нравится в этом уходе, это эффект, который потом с моей кожей происходит. Она вот действительно омолаживается и становится еще шикарнее. Классно впитывается. Аромат классный. Сейчас на Мишу понесется аромат. Так, два набора. Один мне, один под заказ. Ну, естественно, здесь у нас крем-мыло. Мед и молоко, потому что это одноименный набор. Сейчас мы его построим. Три медовых крема. Парфюм Signature, я его получила в подарок, обменяла медали на парфюм. Это крем под заказ для моей знакомой. Серия Optimals, крем для кожи, склонной к сухости. Классный крем, очень люблю эту серию. А еще одни румяна, на них классная акция, поэтому я решила взять их побольше. Кисточка. Кисточка, я вам ее хочу показать. Румяна естественное сияние, и к ним в таком же черном дизайне, посмотрите, какая кисть, черная, с золотым кольцом, и вот так она открывается. Оп, открыли, набираем румяна или пудру, наносим на щечки, закрываем и убираем герметично обратно, что-то туго закрывается, так, ой, ну ладно, потом закроем до конца и убираем. Далее, здесь в заказе средство для роста ногтей, тоже под заказ для моих клиентов, это новинка. Мой любимый набор, это я взяла себе, он был в прошлом году, пряность, такой аромат пряный, очень вкусный, мандаринами пахнет. И мне понравилось мыло, оно ручной работы, такой полупрозрачный, как кусок мандарина. Очень классное, поэтому взяла себе этот пряный мандарин. Здесь две помады. Обратите внимание, что помады The One в этом каталоге идут по акции. При покупке двух очень выгодная скидка. Поэтому я взяла одну себе, одну маме. И балуем себя. Себя и дочки. Взяла два новых бальзама для губ кристаллы, такие блески. Специально не накрасила губы, потому что сейчас прям буду пробовать прямо при вас. Беру бальзам. Зеркало. Открываю зеркало, выдавливаю небольшое количество бальзама и наношу на губы. Как раз им прям требуется такой легкий-легкий блеск. Это очень красиво. И вот этот бальзам с кристаллами можно носить поверх любой абсолютно помады. И даже без помады он выглядит классно. Он практически без запаха, но очень красивые губы. На губах мягенький, легкий, приятно увлажняет, это чувствуется сразу. Это мне, а это подарю доченьке.
И как любая девушка, я очень люблю подарки. И в этом заказе я получила подарок. Вот такой шикарный клатч, сумочка-клатч на длинном ремешочке. С шикарной подвесочкой. То есть такая сумочка-кошелечек. То есть здесь есть все нужные отделения для визита, для мелочи, для денежек. Сюда же помещается телефон. Кстати, сейчас я это продемонстрирую. Оп, телефон прям как будто создан. Или сумочка создана для него, или он. И вот таким образом можно будет гулять. Я получила эту сумочку в подарок по акции. Нужно было пригласить 2 человека и помочь им пройти с первый шаг стартовой программы. И я это сделала, естественно. И в заказе у нас осталось немножечко еще каталогов. Вы спросите, зачем мне нужно столько каталогов? Есть такой вопрос? Скорее всего, многие задаются таким вопросом. Ну, на самом деле, я их дарю просто своим знакомым и людям, которые мне нравятся. Кому-то дарю, кому-то даю посмотреть на время. И они ко мне возвращаются практически всегда с заказами. И мне это нравится, потому что я делаю мир красивее, а людей немножечко счастливее. Потому что каждая девушка и женщина хочет выглядеть еще лучше с каждым днем и прекраснее. С нашей продукцией это легко. До новых встреч в наших видео. Если понравилось, ставьте лайк, не жадничайте. Пока-пока.